Здравствуйте, доброго хоккейного дня, уважаемые болельщики и любители хоккея. Рады приветствовать вас в Уфимском городском дворце спорта. Сегодня 17 декабря 2021 года. И совсем скоро у нас начнется игра пари-матч чемпионата молодежной хоккейной лиги между Талпаром и омскими ястребами. Дергунов. И будет бросать Дергунов. После паузы наносит неплохой бросок. Отскочила шайба от Бережного, но добить было некому. Машков и обкрадывают Машкова. Здесь Галиев и решает эпизод. Эрик Галиев. Обокрал он опытного форварда о мяче и все сделал шикарно. Эрик Галиев. 1-0. Уфимцы открывают счет. Еще одна классная атака. И сходу она получилась. И какой моментище уже у гостей. Артем Мурылев. Мико сам бросает в дальний, сместился на фланг и бросил неплохо. Это смотрелось? Вы как, ну, как этот хоккей для вас, насколько комфортно? Момент еще и спасает Семен Визовой, вот это да! Да, хоккей симпатизирует, очень интересно играть такой, как бы... Везде участвовать и в защите, и в атаке. Машков. Неточная передача. И Переседов мчит к чужим воротам. Можно бросать. И ломается клюшка у Михаила Переседова. А ломается она не просто так, а потому что был по ней удар со стороны игрока Ястреба. Сейчас только Фигурин выехал из ворот. Отправил Савченко в прорыв. И Машков в ближний угол заряжает, попадает в штангу, между прочим. Классный бросок у Машкова получился. И атака сходу у Талпара. Рубцов. Не получается бросить. А там потерял равновесие 84-й номер гостей. И потасовка у нас. Против Рубцова грубо сыграли, и Асылаев, насколько я понимаю, там включился в эпизод и решил ответить за партнера. Похвальные действия Асылаева. Ну а с Рубцовым вроде бы все хорошо, слава богу, он сам сумел подняться и едет на скамеечку. Талпаровцы одерживают непростую победу в первой игре с ястребами. С победой талпаровцев. Вам спасибо за внимание, уважаемые друзья.